Если кандидат с труднопроизносимой фамилией одержит победу, Турцию ждут резкие изменения в отношениях с Россией. Кылычдароглу уже пообещал присоединиться к антироссийским санкциям Запада. Если коротко, то он поклонник НАТО. Выступает за тесный союз с Западом и США. Знает английский, французский, это, естественно, не проблема, но ключевое. Он мечтает затащить Турцию в Евросоюз.